Девочка ходит с дедушкой, собирает листочки. И говорит ему: смотри, дедуль, какой этот листочек красивый. Он говорит: да не, выкини, это некрасивый. Она говорит: ну ты совсем слепой стал, посмотри, какие красивые листочки. Глаз не отвести. Ну, такое утро, мои любимые. Прекрасный ветерок, солнышко. Тут у нас концерт, поют и орут. Как и говорила тут бабуля какая-то, кричала, что в воскресенье будет концерт. Не знаю, в честь чего, в честь 1 октября или в честь веры, надежды и любви. Я только-только недавно проснулась, еще сонная. Привет, мои любимые. Добрый, прекрасный осенний день всех с 1 октября. Осень золотая. Я там прям высматриваю эти листочки желтенькие, так красиво. Прилетел, вижу. Ветерок Рамта, привет. Каким-то керосином воняет. Лестница тут стоит ко мне на этот бортик. Не знаю, что это, почему так керосином воняет. Голубочки там гуляют в луже. Значит, будет жарко скоро. Я только скажу, жарко, сразу жара наступает. А я еще авокадо посадила. Под рукой говорит: ты что, будешь сад выращивать авокадо? Сколько у тебя авокадо уже? Ну да, уже много. Уже смотрите, какие большие повырастали авокадики мои. Вот листики сбрасывают старые, а молоденькие вырастают. И тут он, видите, новенькие растут, молоденькие листочки. Этот прижился. Счастливый. Как он там называется? Женское счастье. Был бы милый рядом. Больше ничего не надо. Ниночка, гуляете? Гуляем. Здрасте. Здравствуйте. Хорошего здоровья. Вам тоже здоровья. Дай Бог здоровья. Спасибо, моя хорошая. И собачки, и деточки, и Ниночка. А я сижу, билеты ищу. Рита пришла на Ниночку посмотреть. Ниночка. Ниночка пришла, гуляет. Ты хочешь гулять, Хорита? Гулять? Хочешь гулять? Опять? Только пришла. Нашла какое-то официальное приложение. Как называется? Туту? Ну, я не знаю, надо, может... РЖД искать. Или это и есть РЖД? Короче, не знаю. РЖД-билеты, отели, авиабилеты. А, это приложение надо установить. Не хочу. Что это мне тут дает? Ой. Сейчас. Опять? Кто-то звонит. До свидания. Ой, достали они. Так, это не надо. РЖД. Вот это, наверное, оно. Официальный сайт. Ну, давай. Откуда? Оттуда. Так. О, что-то я такой тормоз. И куда? Вот. Да, сюда. Сюда. На какое число берем, мои любимые? Давайте на 4. Есть 4? Нет, обратно не надо, туда только. Останусь в Москве. Найти.
Так, время. Ой, какое-то балагое московское. Время пересадки. В час ночи 51. Еще пересадки какие-то. Не хочу с пересадкой. Общее время от 5 до 20. От 5 часов 26 минут. Чудово. Московская станция пересадки. Время пересадки в 0:30. Общее время в пути от 4:15. Не поняла, что за пересадки? Что, прямого нету? Блин, я не хочу нигде пересаживаться. Я хочу в Новгороде сесть, в Москве вылезти с поезда. Опять время пересадки. Нет, не нашли пока, подожди. Борисов, станция пересадки. Станция пересадки Жодина. Да блин, а что это за фигня? А если не на Курске, а на другой? Давайте, Москва. Москва. Давайте Москва. Давайте четвертое. Найти. Великий Новгород, Москва. Билеты на поезд. Легендарный Марисьев. Найден один поезд. Мест 200 сколько-то, плацкарт. Билет стоит 2019 рублей и 3 копейки. И купе 2,586 и 5 копеек. Отзывы о поездах. Ну, в общем, вот таким я занимаюсь, мои любимые. Ищу билет. Вот один какой-то нашла. 2019 рублей стоит. Вот такие где-то и есть цены. Ну, я думаю, что тут без пересадок. Чиркина. Персонал поезда, штабной вагон, не давал спать пассажирам до тех пор, пока им не сделали замечание. Проводник чай принести забыла. Вот такие отзывы. Самые лучшие проводники, туалеты ужасны, грязновато. К сожалению, впечатление отвратительное. Плацкарт, верхняя полка, надо ехать. В туалете с потолка вода течет ночью. При том, что полный вагон, выключают вентиляцию. Хорошо, что обошлось. Ой, не могу. А у нас была книга жалоб. Не было вот таких вот этих самых в интернете. Описали в блокнотик. Дальше Юрий пишет. Как вы думаете, можно ли спать всю ночь с полным светом в вагоне? Как-то некомфортно. Мужик. Дальше Леонид пишет. Ехали с семьей, вагон 14, купе из Москвы в Нижний Новгород. Кто там хрита? Собачка? Собачка. Где собачка? Собачка. Как она смотрит, как будто что-то соображает. Ой, не могу с ней. Хвост, как будто она на охоте. Хурита, кто там? Кто там, Хурита, кто там? Кто там? Ой, кто там? Собачка. Вон, собаку увидела, смотрите, стоит собака. Покажи собаку. Вон. Где? Бежала.
Блин, только что стояла. Где собачка? Убежала. Я не успела даже ее снять, Харита, твою собачку. Все свалила твоя собачка. И ты вали. Вали. А что тут Леонид-то пишет? Интересно, мужик же еще один с семьей ехал. Ехали с семьей вагон 14 купе из Москвы у Нижний Новгород поездом 42 4 января 2020 года у 5 часов 33 минуты. Что не понравилось? При посадке у купе не убраны старые постели. Купе не подготовлено к посадке. Туалет. Межо. Не знаю, что дальше не видно. Что там с туалетом у него было? Туалет забит мусором и грязный. Фу, ненавижу таких мужиков. Гад какой. Харита, кто там? Кто там, Харита? Кто там? Кто там, Харита? Харита, кто там? Собака? Где собака? Где собака? Собака, где? Нету, солнышко, убежала. Нету, вот что сюда лестница стоит, к моему этому непонятно. Надо пойти разобраться, скинуть эту лестницу нахрен. Бегает за мной. А у нас, мои любимые, воскресенье. 1 октября, поздравляю, 2023 года. И не забудьте поздравить с днем Ангела, Бориса, Владимира, Ивана, меня. Не забудьте меня поздравить. Михаила и Софию. День пожилых людей. Международный день музыки. День сухопутных войск РФ. Восход солнышка в 6:32, заход в 18:05, долгота дня 11 часов 32 минуты, луна, заход в 9:10, восход в 18:36 и что там еще? Фаза 97%. Опять кто-то звонит. Луна убывает в знаке Тельца. Лунный день 17:18:38. Ну вот. И что нам там писали? Ничего. Ой, слава богу, начинаем с чистого листа. А тут что писали? Сейчас глянем. А тут писали: у больницу доставили молодого человека с разбитой головой. Медсестра заполняет историю болезни. Фамилия, имя — Иванов Сергей. Женаты? Нет. Автомобильная авария. Да. Если жена принесла вам в больницу ананасы и рябчиков, то поверьте, что у вас в жизни не все хорошо. Пришел мужик в больницу навестить свою тещу. А навстречу врач: дорогой мой, готовьтесь к худшему. Что вы имеете в виду? Забирать домой? Вот такие добрые анекдоты. Ветерок супер. Люблю вас, мои хорошие, всем божественного дня. А это все ходит собачек, высматривает. Где собачка, Хурита? Собака! Где собака? Где?